трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин, водительский стаж 12 лет. Не нарушает. Почти. Кировская область вошла в список регионов, где функционирует так называемый «Единый агент ОСАГО». Данная система создана для того, чтобы исключить прямой контакт страховщика и автовладельца, чтобы, в частности, избавить последнего от навязывания доп. Услуг и других проблем. Полис автогражданки будет назначаться клиенту автоматически по номеру паспорта транспортного средства. Трасса 101. Минфин и Банк России вскоре внесут в Госдуму законопроект, предполагающий реформу ОСАГО. Один из ее важных моментов – получение автовладельцам после ДТП денежной выплаты или же направление на ремонт. Ведомства разработали такую систему, чтобы якобы 90% водителей предпочтут ремонт. В частности, потому что при выдаче рублевой компенсации не будет учитываться износ деталей. Одна из известных российских компаний, выпускающая компьютерные программы, выяснила, камеры фото-видеофиксации нарушений легко взломать. Специалисты уверяют, что к таким устройствам можно запросто подключиться через интернет и видеть, что творится на улицах. Главная опасность в том, что этим могут воспользоваться злоумышленники. Им не составит труда, например, подменить картинку, скрыть данные об угоне и проследить за патрульными автомобилями. Трасса 101. В России планируется возвести 4 испытательных полигона для тестирования технологий и разработок, связанных с автомобильным транспортом. Первая такая площадка должна появиться в Калужской области. В ее центральной части разместят макет города, где будет оцениваться работа беспилотных машин. В других частях будут обкатывать технологии строительства сверхпрочных дорог. Среди прочих объектов – гостиничный комплекс и гоночная трасса. Трасса 101. Житель Канады выставил на продажу в интернете «Жигули» шестой модели, выпущенные в 1979 году. За эту старушку, сохранившуюся, правда, в очень приличном состоянии, пробег 7000 км, продавец запросил сумму, эквивалентную 5 с лишним миллионам рублей. Данная машина – экспортная версия легендарной «шестерки». Ее отличают другие бамперы, оптика, комфортное сиденье, наличие каталитического нейтрализатора, адсорбера и других деталей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Хакер» и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.